на последнем этаже 5М микро, здесь получается целая куча ресторанов разных брендов, начиная от Макдональдса, KFC, Бюргер Кинг. И вот цены, можете посмотреть, какие в Турции на что. Кто на кому надо, остановит камеру, глянет, о чем. Сморсхаус. Это следующий дюрюм кефте. Они здесь тоже такие есть пакинг наборы. Сразу входит. Немножко хрил отдельно 24. Потапис. 39 дюрюмы. Комбо. Бейс какой-то. Ага, разный набор бюргеров либо этих. Курочек. Здесь вообще вон можно поесть, получается, у них обычное меню. Тосты, яички, супы разные, вон, дёнеры разные. Аушар тантуни. Тантуни какой-то. А, ну это типа наши шаурмы. С разным мяском, видимо, с разными соусами. Дюрюмли. Тоже разные здесь. Тоже по фри. Шаурма разная. А лодочка. Здесь уже накидано сразу. Комплекты накиданы. Ты себе микс выбираешь, какой тебе нравится, получается, и берешь полный комплект с салатиками, с мяском, с макаронами. Это бибер, кумпер. А, это типа пиццы разные. Пицца плюс пепси. Тоже комбо есть различные. Салатик взять, начинки различные. Много людей кушают вот здесь, видно прям, как все приходят, кушают. Ой, баннер какой-то. Что это такое, вообще непонятно. Сладости какие-то, а нет, не только. Что-то какое-то непонятное. Фото? Фото. Ты что ждешь, Кусюня? Где мама?
точку фри. А где мам? Фиде. Ну, вот эти фни фиде. Я люблю эти фиде. И KFC, как бы стандартно. Это все курочки жареные. Дёрочка можно разные брать, плюс комбо различное. И бюргеры у них. Цены все видны. Есть даже суши у них, вот Дото. Вот Арбис. Арбис. Уже вот цены. Всякие хот-доги, бургеры. Комбинации. Ну, а мы здесь вот заказали Туста Донерджи, так оно называется. Мы решили здесь заказать. У них комбо тоже вот, вот такой вот. Кёфте Дюрум меню мы заказали. И Дюрум Тайок. Там идет уже с картошкой, с колой. Здесь вот тоже мяски такие есть, тоже классные. Цены все видны его. Кстати, есть детское меню. Да. Сладкое. Кексики. Какие-то мороженое всякие там. Здесь прямо делается. Кебабы заказали, ой, дуруны. Сейчас попробуем. Тошка фри в комплекте, кола. Можно выбирать спрайт, кола, фанта, 7-Up. Без разницы. Они комбинируют как угодно. Кетчуп, майонез идет. С мяском, да, у тебя? С говядиной, наверное. Баранина? Наверное. Ну такой он, крупный. У меня крупный попался такой прям. Мясной такой. Ой, а кетчуп от Космос. Да?